Приехал я сюда, в город, в Волгоград, ну просто в гости. И вот поехали мы на Мамаев курган на трамвае. И вот когда я вошла в трамвай, я обратила внимание, что за управлением сидит молодая девушка. И меня просто поразило, что она такая молоденькая, управляет транспортом. Ну и как-то захотелось самой попробовать. Значит, прочитала объявление в газете, что объявляются курсы водителя трамвая. Пришла в депо, узнала, сдала документы и поступила на курсы. В октябре 73 года я начала учиться, а 1 марта 74 года уже вышла самостоятельно работать. А с января 84 года мне предложили работать водителем-наставником. Все члены бригады к своим обязанностям относятся добросовестно. Ну, понимают, наверное, то, что возим самое дорогое людей, но мы должны не просто довести, а обслужить их культурно, вежливо. Наши встречи с Валентиной Васильевной Агаповой проходили вот так, в пути. Она водитель Волгоградского трамвайно-троллейбусного управления. Коммунист, награждена орденом трудовой славы третьей степени. На одном предприятии с женой работает и Юрий Евстратьевич Агапов. А познакомились они, тоже можно сказать, в пути. Ну, познакомились, мы, собственно, тоже нас познакомило общежитие наше. У нас был красный уголок, и мы вечером собирались посмотреть телевизор, там просто поговорить. Мы так заметили, что ли, друг друга, я не знаю. Потом начали встречаться. Мы даже на работе с ними виделись. Мы едем друг к другу навстречу, вот я помню. Он так сидит, мне кажется, он даже не моргал, наверное, до того он так смущенно так себя вел. Но я тоже старалась вид сделать, что я его не замечаю. Ну, а, собственно говоря, наверное, он и я вот ждали и уже знали как-то по времени, что где-то должны вот встретиться, где-то он в этом районе должен быть, и я тоже. Валентине Васильевне еще рано подводить итоги, но они уже есть и серьезные. На всех трамвайных маршрутах Волгограда работают ее ученики, теперь сами высококлассные водители.